В нашу редакцию регулярно обращаются жители региона с просьбой получить ответы на интересующие их вопросы. Журналисты всегда рады оказать помощь, особенно людям старшего поколения. В этот раз вопрос касался обеспечения льготными препаратами. Александра Литкова продолжит. На этот раз к нам обратился житель города, который, придя в аптеку, не обнаружил необходимое лекарство по льготному рецепту. Фармацевт записала номер телефона клиента и обещала перезвонить, когда препарат поступит. Когда ожидание затянулось больше, чем на неделю, Николай Хатанзейский решил прояснить ситуацию через редакцию нашего телеканала. Я и постоянно получаю лекарства по постоянному рецепту. Не постоянный рецепт, а у меня выписаны пожизненные лекарства по... Льготные вот. Я их постоянно получаю по мере необходимости. Я когда к терапевту зашел, а терапевт вышел сразу в аптеку. Нету. Я жду. Отсутствие льготного лекарства на дату обращения в фармацевтическое учреждение действительно возможно и допустимо. Как пояснили в льготном отделе центральной аптеки, если нет назначенного лекарства, вас обязаны обеспечить всем, чем положено, в течение 10 рабочих дней. При этом переоформлять рецепт не нужно. Да, такие ситуации бывают. Они предусмотрены федеральным законодательством и нормативными документами, что иногда в аптечных организациях может не оказаться лекарства. На это определены на разные группы товаров, определены разные количество дней для решения вопроса. Это все в рамках обычной ситуации. Николаю Хатанзейскому выдали положенное лекарство до истечения 10-дневного срока. Препарат поступил в соответствии с нормативным регламентом. Добавим, ассортимент лекарственных средств для льготников мониторит Департамент здравоохранения Ненецкого округа на постоянной основе. В настоящее время аптеки Ненецкой фармации обеспечены всем необходимым. Александра Литкова, Владислав Носкин, телеканал «Север».